Квартал авиаторов снова в поле обсуждения. Накануне в департаменте строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта прошло очередное заседание строительного штаба. Представители власти, подрядных и ресурсоснабжающих организаций обсудили ход строительства жилых зданий в микрорайоне. На сегодняшний день в квартале авиаторов в стадии строительства два объекта – 11 и 6 секционные дома. Представители городской администрации в ходе заседания сообщили, что окончание работ по 11 секционному дому подрядчиком «Верса-М» запланировано на начало сентября 2015 года. 6 секционный дом также возводит «Верса-М». На сегодняшний день в полном объеме выполнены работы по забивке свайного поля. Завершить строительство подрядчик планирует в 2016 году. Также по информации руководства мэрии, в настоящее время в квартале авиаторов ведется подготовка строительства автомобильных дорог. В частности, осуществляется отсыпка земельного полотна.